17% составило падение товарооборота на Выборгской таможне после введения эмбарго на ввоз европейских продуктов. Об этом сообщил ее начальник Владислав Гаврилов. При этом ажиотажа среди простых граждан на границе не наблюдается. Число людей, стремящихся выехать в Финляндию на шоп-туры, не возросло. По его мнению, большее влияние здесь имеет платежеспособность, а из-за падения курса евро она все-таки снижается. Отмечу, что российское эмбарго на ввоз продуктов привело к падению цен в Финляндии и массовым распродажам товаров, предназначенных для экспорта в Россию. Как говорят в Федеральной антимонопольной службе, некоторые бизнесмены этим пользуются. У нас запрещено ввозить. Продавать не запрещено. То есть, если мы на прилавке видим товары санкционного списка, то это, прежде всего вопрос, как он сюда попал. Никакого запрета ни президент, ни правительство Российской Федерации на продажу не вводили. Вводили запрет на ввоз. Россельхознадзор ранее пояснил, что одному человеку разрешается провозить до 5 килограммов продукции животного происхождения в герметичной упаковке.